Я, будучи еще совсем маленьким, наверное, уже в классе там, в 5-6, я твердо был уверен, что я буду поступать в летное училище, что я буду пилотом. Почему? Не знаю. Посмотрел когда-то на небо, увидел самолетик и решил, что я буду летать. Но это свойственно человеку. Ведь кто-то идет в горы, кто-то на глубину под воду. Кому-то вот надо было с колокольни первому прыгнуть, оторваться, попытаться преодолеть земное притяжение. Это свойственно человеку, это нормально. Мы люди, мы живые, мы совершенствуемся, мы растем, мы познаем мир. Ну вот, это неизбежный процесс развития человека.